Добрый день, дорогие друзья. К нам поступает очень много вопросов по поводу работы нашего клуба. Но для того, чтобы развеять всякие мифы и домыслы, я попытаюсь сейчас на несколько из них, на самые главные, ответить вам. Друзья, самый главный вопрос звучит так. Когда мы откроемся? Мы готовы открыться. Хоть сегодня, хоть завтра. Клуб размечен, оборудование расставлено, поэтому ждем, как только поступит указ, дает отмашку, и мы начинаем работать. За время ограничения работы спортивного клуба персоналом выполнены профилактические работы по подготовке объекта водной зоны, технического сложного оборудования водоподготовки, выполнены необходимые косметические ремонты, и клуб в целом готов предоставить максимум услуг в нормальном режиме. С момента получения разрешения на полноценную работу клуба технической службе предприятия необходимо 7-10 дней для того, чтобы подготовить объекты водной зоны для полноценной работы, заполнить чаши бассейна водой, подогреть ее, провести гиперхлорирование, сдать необходимые анализы в СЭС. Второй популярности вопрос, что происходит с вашими абонементами? Абонементы заморожены с 24 марта до открытия за счет клуба. Ну и, наконец, третий, один из главных вопросов, который вы задаете. Как будет обеспечиваться безопасность в клубе после его открытия? Ну, сейчас пошагово вам расскажу. Ну, во-первых, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы расставили оборудование на безопасное расстояние между занимающимися. Для соблюдения безопасной дистанции в тренажерном зале и в залах групповых занятий нанесена специальная разметка. Через каждые 2 часа в клубе будет производиться обеззараживание оборудования и поверхностей. В клубе установлено необходимое количество антисептических средств и ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха. Персонал клуба обеспечен должным запасом необходимых средств индивидуальной защиты. В водной зоне будут введены ограничения на количество занимающихся. Мы делаем все для вашей безопасности. Друзья, наберитесь терпения. Открытие клуба не за горами. До скорой встречи. Добрый день, меня зовут Кузнецов Александр. Я являюсь владельцем бренда Gold Fitness, а также представителем национального фитнес-сообщества в Нижегородской области. Мы принимаем значительные усилия для того, чтобы наши фитнес-клубы быстрее открылись. 3 месяца у нас уже простой. 3 месяца мы не можем посещать активные спортивные занятия. Сегодня мы отправили очередное письмо, официальное письмо нашему губернатору с просьбой разъяснить ситуацию и когда мы можем посещать клубы. Глеб Сергеевич, услышьте нас. 180 тысяч человек в Нижегородской области активно занимается фитнесом. 30 тысяч сотрудников ждут вашего решения, когда вы разрешите нам работать и принять наших клиентов.